Пойду проверю, где там мои бульдожики. Никого нету. Помолчу. Все спят. Рыхнут. Кто где? Это как послеполуденный сон фауна. Есть такой балет. А здесь послеполуденный сон бульдогов. Лежат, каждый по своим домикам. Разбудил я их. Все. Теперь они кружатся вокруг меня. А я не могу поймать, в каком направлении они кружатся. То в левом, то в правом. Пытается мне голову закружить. И лирику тоже. Так, тихо. Лежали, посапливали в будочках. А я включил камеру и пошел, думаю, ну пойду сниму, что они там делают, как они там после обеда проводят время. Ну и вот нарушил покой. Теперь они вскочили и готовы бежать в сад. Направление туда вон. У них одно в голове, в сад. Вот здесь тоже хороший сад, двор. Он не маленький. Здесь сосенки растут. Гинго белоба. Вот два дерева. Две ленкоранских акации. Водоемы для купания. Нет, их все равно тянет в сад. Сад для них это что-то святое. Вот, пожалуйста, гуляйте здесь. Вот представьте, если кто-то живет в многоэтажке, у него нет возможности иметь дворик. И он выходит и гуляет там, ну, в каких-то скверах, там, на бетонных дорожках, то здесь, смотрите, сколько травы, сколько разных деревьев. Идите, гуляйте. Пожалуйста. Все вам предоставлено. Вот сколько лужаек. Нет, им надо в сад. Вот дай им сад и все. А здесь чем вам не сад? Смотрите, сколько здесь. Вот деревья, деревья. Цветут. Акация цветет. Надо попробовать съесть. Я белую ел. Сладенько. Вкусненько. Будешь? Ты будешь? Мира, иди, ты все будешь. Мы с тобой. На, ешь, вкусно. Ну, сладенькая такая. Я съел. Я в детстве белую акацию любил есть. А теперь буду красную есть. Разжевал. Вернусь, еще сорву. Видите, все вкусное, прям даже не знаю, с чем сравнить. Правда, рекомендую, у кого еще растет красная акация, попробуйте, вкуснятина. Вот я не знала, сколько она у меня уже лет растет, лет 5, наверное. Я только сейчас попробую. Надо попробовать канны. Может, они тоже вкусные? Виктория какие-то цветы заваривает, готовит с них. Смотрите, канны какие большие уже.
А листья похожи вот на этот. Сейчас покажу. У меня там посажены банан. Вот он. Но банан-то вырастает до 3 метров, а канны до 2 метров. Нет, банан даже до 4 метров вырастает. Ну вот пока приживается. Смотрите, здесь сколько всего. Сколько газонов. Тюльпановое дерево. А вот дерево, смотрите, какое. Сумах. Прям настоящий зонтик. Под этим зонтиком красота находиться. А их все в сад тянет. А тут негде разгуляться. Места мало. Лирик он редиску дергает и ест. Здесь такие шарики растут. Смотрите, какие сосновые. Мангал. Можно нажарить шашлыков, Марсюха. Взял бы да нажарил и угостил бы Мирку. Вот для шашлыков у меня тут навесик. А здесь притаился кипарис. Знаете, какой? Он уже 1,5 метра. Ну, 1,30 метра точно. Видите, какой он сохранился, потому что здесь в углу не было ветра с морозом. И он выжил. И успешно растет. А для меня вывод какой, что их надо укрывать, чтобы не было вымораживания, выветривания морозным. Этим, ну поняли, чем, ветром. Вот, видите, какое дерево. Смотрите, какой зонтик. Как под ним приятно находиться. Ствол голый, вообще нету листиков. А крона, вот она. Ну вот, я вас и вывел. Буду целый день лежать в гараже. Сами не пойдут гулять. Но стоит только мне пойти, даже просто достать телефон, и они тут как тут, все, начинают позировать и просятся в сад гулять. Ну, я вас не поведу. У вас там все есть, все условия. И вода вам есть, и питьевая, и купальная. Все, все у вас есть. Пошли, я вас отведу обратно в гараж. Прошли вокруг дома. У Мирки надежда еще на ворота, что я туда пойду. Ну, я иду в гараж, а потом еду на работу. А это летний вариант будочки. Они здесь тоже лежат, загорают. Это у них как дача. Сегодня фастагиату отвязали, растяжки убрали. Они почти год были. Но она уже укоренилась. Такая сосна, видите, необычная. Это ленкоранские акации. Земляне, это я, Александр Док. Приветствую вас. Ну, такой маленький круг сделал. Немножко их развлек. И иду на работу. Мимо цветущей ленкоранской акации. Вот, смотрите. Видите? Красавица. А знаете, сейчас расскажу маленький секрет. Вот это окно, это душевая кабина здесь. И когда
Я там купаюсь. У меня обалденный вид из окна. Поверьте, вот на эту вот ленкоранскую акацию, на плющ, на вот это дерево, на голубое небо. Вот еще ленкоранская акация. А весной здесь вот растет бульданеш. И вон цветочек какой, видите, красивый. И вот я его тоже вижу. И, конечно, когда под окнами бегают бульдожки симпатичные, я их тоже вижу. Тоже они красивые, такие бульдожки. А цветочки нападали, знаете, сколько? Видите? От жары. От жары они падают. Но их все равно много там. Вот они. Они будут до сентября цвести. Ну вот я прогулялся по кругу. А в этой будке никто пока не живет. Ну, в смысле, знаете почему? Вечером. Это вечерняя будка. Она сейчас на солнце раскаленная. А вечером, когда уйдет в тень, вот за этим домом солнышко сядет, они перейдут сюда, в эту будку. Ну что, все? А Видик с нами прошел немножко. Ну, видели, ходил. И быстрее сюда занять место. Потому что до этого здесь кто был? По-моему, Мира была. Или Рочек, он смекалистый. Пока мы там ходили, распотякивали, он быстренько занял эту будку. Она почему-то всем больше всего нравится. Она низенькая, компактная. А Марсик занял место возле воды. Вон она, вода. И от нее прохладно. Да и пить далеко не надо ходить. Поднял голову, напился. И все. И охладился. Марсик, что ты себе места не находишь? Сегодня более-менее еще прохладно. Всего 30 градусов. Недавно было 38. Ну, сейчас даже может быть 31. И вот так они вот на плитке распластываются. Знаете, как лягушки, так как шлеп прилипает к плитке и лежат. Ну, а мне надо ехать на работу. О чем этот ролик, я не знаю. Просто о французских бульдогах, как они сидели в будочках. А пришел Александр Дог, поднял их, провел вокруг дома и вернул опять назад. А сам пойдет на работу делать свои тяпки. Вот такой вот эпизод. А какие такие тяпки? Ну, тут где-то была тяпочка, покажу. Вот они, все тяпки, видите, доковские. О, покажу. Вот такое вот клеймо на них. На тяпочках. Только сейчас она в зеркальном изображении. И еще. О, пыли сколько. Вот так. Здесь они у нас хранятся, тяпочки. А это тяпка швабра. Смотрите. Видите? Она и так может срезать. Вот она может работать в узкой части. Широкой части. Мне Виктория подсказала вот эту идею. Она говорит, вот посмотри на швабру и сделай такую тяпку. Вот смотрите, вот мне надо широкий участок прополоть. Надо мне узкий прополоть. Я разворачиваю и узкий. Надо мне острием. Я острием, видите, режу. Надо на себя, на себя. Надо в бок. Я в бок пойду. Вот такая вот тяпка, которую
посоветовала мне изготовить Виктория. О, все. Ну что, земля. Надо мне заканчивать ролик. Бульдожки потеряли уже ко мне интерес. Я уже им надоел. В сад я их не веду. И, как говорится, соловья баснями не кормят, так и бульдогов тоже. Сейчас стоит только мне сказать, пошли в сад, сразу же они все бросят. Магическое слово. Попробуем? Не, неохота мне их обманывать. Поверьте мне на слово, что как только я скажу, например, Марсик, поедешь кататься? Кататься на машине поедешь? Гляньте. Все. Или скажу, пошли в сад. И что? Все тут же. Ну, а пока что Мирка катается на Марсике. А Лерочек, вот, это его стул безопасности. Он всегда прячется зачем-то. Или за стулом, или в будке. Ну, если бульдоги будут нападать, то вот эта ножка стула, вот она его защитит. Так примерно думает. Ну что? Ладно, теперь команда. Играть! И вот они будут между собой играть. Бульдоги интересные собаки. Они всегда в движении, всегда с хозяином. Вот Лерик, он будет сидеть и пойдет, ну, с большой неохотой. А эти подвижные, мобильные. Они могут 10 раз ходить в сад, вернуться и опять пойти. Стоит только попросить их. Даже не попросить, а просто сказать, пошли в сад. И они пойдут. У кого нет французских бульдогов, рекомендую. А многие, кстати, глядя на мой канал, завели себе бульдогов. И мне пишут об этом. А если напомнят еще раз, я с радостью почитаю. У кого благодаря каналу появился французский бульдог? Давайте, если откликнетесь, напишите, я посчитаю. А может быть, кто-нибудь посчитает из наших старых подписчиков. Там Алла, например, Ольга, Людмила, Тамара, Марина. Вот кто-нибудь, если возьмется, посчитает, то я уже буду знать, что благодаря каналу Александр Док и Юмор бульдожков прибавилось на, к примеру, там столько-то, столько-то. Ладно, мне надо идти на работу. Вот он я, земляне. Александр Док, я вас приветствую. Куда? Куда? Нельзя. И здесь я вас приветствую. Все. Пошел к машине и на работу.